Обращаете ли вы внимание на маркировку товара при покупке? Такой опрос появился на платформе «Живем на Севере». Также у губкинцев спрашивают о любимых видах спорта и об отношении к физической культуре. Добавим, за участие в голосованиях на сайте «Живем на Севере» пользователям начисляются бонусные баллы. Их можно обменять на ценные призы – бытовую технику, посуду, сертификаты в спортивные и культурные учреждения. Я давно участвовала в голосованиях любых, которые же размещены на сайте, на портале «Живем на Севере». Очень интересно принять участие в жизни города. В очередной раз вот я получила подарок – гарнитуру для телефона. Подарки из виртуального магазина можно забрать в пункте выдачи в рекламном отделе телерадиокомпании «Вектор» по адресу 14-й микрорайон, дом 43.